Всем привет, с вами Лена Чудинова, врач, специалист по уютному похудению, без жертв и без истерик. И сегодня я хочу поговорить на такую очень актуальную тему, которая просто захватила интернет со скоростью звука. Это ягоды Годжи. Помогают эти ягоды похудеть, не помогают эти ягоды похудеть? Давайте с вами сегодня будем разбираться сама себе. Вот так вот они выглядят, эти ягодки. Вот такие симпатичные. По вкусу напоминают изюм, может быть, с курагой. Вот, плюс там есть семечки. Вот, и я сейчас расскажу, почему, собственно, я их купила, да, и что в них такого хорошего. Вообще, эти ягоды не какое-то ноу-хау, они были уже известны давным-давно на восточной медицине. И на самом деле получается, что они просто дошли до нас, эти ягоды, сейчас. Может быть, они доходили раньше, но сейчас как-то это бурно стало развиваться. И первое, конечно, на что я обратила внимание, это, конечно же, на витамины. Там очень много витамина С, его там 500 раз больше, чем в цитрусовых. Большое количество витаминов группы В, а витамины группы В — это очень хорошие витаминки для нервов, вот, для вообще нервной системы, для мозговой деятельности. И если вы хотите быть бодрее, веселее, энергичным, то, конечно же, нужно получать витамины группы В. Следующий момент, на что я обратила внимание, это бета-каротин. Это очень хорошо для зрения. Да? Сейчас все сидят за компьютерами, сейчас солнышко, не все носят солнечные очки. И это очень хороший элемент для сетчатки. Также по некоторым источникам сюда входит зеаксантин. Это также очень хороший микроэлемент для сетчатки. И сейчас вся офтальмология просто активно его используют в активных добавках, которые покупаем вот в этих вот капсулках для зрения. Следующее, на что я обратила внимание, то, что сюда входят аминокислоты, потому что на самом деле далеко не во все ягоды входят аминокислоты. И если вы помните, я делала видео о белках, где говорила о том, что очень важно получать качественные белки, о том, что должны быть полноценные белки, а полноценные белки — это как раз-таки белки, в которые входят все аминокислоты. Сюда входят 18 аминокислот, причем 8 из них незаменимы. И вы представляете, это практически как белковый продукт. И знаете, я на самом деле заметила, что когда съешь небольшую там горсточку этих ягод, то чувствуешь себя достаточно сытым. Следующий момент, на что я обратила внимание, это состав, конечно же, по минералам, да, тут очень много минералов, тут сюда входит 21 минерал, не буду на себя обращать внимание, на что обратила я внимание, на то, что сюда очень большой дозировки входит железо. Вот, а вы сами знаете, что для женщин, для девушек очень важно восполнять недостаток железа, потому что на самом деле у нас есть регулярные процессы, да, которые происходят каждый месяц. Вот, и поэтому чаще всего, очень часто женщина страдает легкой формой анемии, а для того, чтобы восполнять процесс кроветворения, нам нужно железо. Вот, поэтому его здесь в 15 раз больше, чем в шпинате, а шпинат был лидером по содержанию железа. Следующее, на что я обратила внимание, и вообще это слышала еще давным-давно, до того, как вообще пошла эта волна с ягодами Годжи, о том, что ягоды Годжи — это очень хороший источник антиоксидантов. Антиоксиданты, как уже сейчас в последнее время медицина говорит о том, что если вы принимаете антиоксиданты, то вы будете реже болеть, или вы не будете болеть вообще, потому что антиоксиданты защищают нас от свободных радикалов, они защищают нас от старения преждевременного, да, прекращают реакцию перекисного окисления липидов, да, который разрушает наши оболочки, наши клетки. То есть на самом деле тоже очень отличный источник. Вот, и я хочу сказать, что в там вот это восточной медицине, они используются там для лечения рака, для восстановления после, да, там, может быть, операций каких-то, вот, как противовоспалительное средство. И написано, что они улучшают обменный процесс. То есть пишется, что они ускоряют обменный процесс, и за счет этого, собственно, это прямо вот так вот впились наши рекламодатели активные и говорят о том, что с ними можно похудеть. На самом деле я могу сказать, что если вы будете есть ягоды Годжи, если вы будете есть тортики на ночь, если вы будете лежать и никакого шевеления телом не производить, то, скорее всего, вы не похудеете. То есть не надо себя тешить надеждой. Но если вы хотите получить достаточное количество витаминов и в то же время чтобы это были витамины натурального происхождения, то, на мой взгляд, ягоды Годжи достаточно такой хороший вариант альтернативы поливитаминам. А поливитамины обязательно нужно принимать во время похудения, потому что, ну, в принципе, сейчас уже медицина давно об этом говорит, что мы не получаем тот необходимый набор витаминов, которые должны получать с продуктами питания. Вот поэтому ягоды Годжи, мне кажется, в этом случае просто отличный вариант. Вот поэтому я купила эти ягоды сама. Я могу сказать, что я очень обрадовалась тому, что мне пришли настоящие ягоды, потому что я видела, что на многих форумах, на очень многих отзывах я слышала, что приходят не ягоды Годжи, а приходит какая-то сушеная клюква, и люди очень сильно расстраиваются. Вот поэтому внизу я оставлю обязательно ссылочку, где покупала эти ягоды я. Надеюсь, что для вас это видео было полезным. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал.
Увидимся обязательно в следующих видео, а я жду ваших комментариев. Мне очень интересно, пробовали ягоды Годжи, не пробовали ягоды Годжи. Вот как его ваши ощущения. Буду рада вашим комментариям. И до встречи в новых видео. Всем пока!